Смертельное ДТП с велосипедистом в Агаповском районе. Chevrolet Lanos проехал по голове молодого человека. Подробности в материале. Известно, велосипедист двигался по правой полосе. 65-летний водитель иномарки то ли не разглядел парня, то ли не успел среагировать. В результате молодой человек оказался под колесами автомобиля. От полученных травм парень скончался на месте. Ужас. Жуткая авария произошла под Магнитогорском. Отечественная легковушка всмятку. На месте аварии несколько машин МЧС, реанимация и полиция. Служители закона устанавливают обстоятельства ДТП. В Челябинске на улице Российской кроссовер протаранил малолитражку. Судя по кадрам, малолитражка резко затормозила. Водитель другого автомобиля, видимо, не успел среагировать. И вот результат. В Кунашаке очевидцы сняли ДТП с участием главы района. Номера машины его, за рулем был он. Судя по видео, Нива «Шевроле» врезалась в ВАЗ-2111, который двигался с прицепом. Водитель иномарки попытался все объяснить. Скорость не такая большая, значит, это цель. Там же плакат висит, аншлаг. Потом знаю, уступи дорогу. Я смотрю на эту сторону, посмотрел, никого нет. Смотрю на эту сторону и потихоньку проезжаю. А там же поворот. С поворота эта самая машина на большой скорости едет теперь. Вот и все. На улице Худякова очевидцы сняли, как двое парней прокатились на крыше машины. Похоже, экстремалов не пугает перспектива получить травмы или оказаться под колесами машин. Благо сейчас такая поездка закончилась без печальных последствий.